Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. Ну что ж, ребятки, я как и обещал, выполнил квестик. Ну, не вот этот вот квестик, да, другой квестик. И в итоге добился до легендарного сундучка. Сейчас будем его открывать. Панды больше не выпадет, Значит, будем рассчитывать на бомбу Молотова. Желательно бы ее прокачать на хотя бы 6 уровень, сейчас 5. Чтобы больше урона наносило и, ну, все дела, да. Ну, или пофармить голдецотом, если выпадет Лех, который у меня уже был. Ну и скинчик, конечно, откроем. Я хочу лепрекон на Лизе, потому что он сейчас продается в магазине. Ну, у меня такое, по крайней мере, предложение. Сейчас вам покажу. Вот. Медали, да, 5 дней осталось. Скинчик классный, лепрекончик, все дела. Ну, тут ее назвали Лизе счастливица, да. Ничего не знаю, лепрекон, все дела. Ладненько. Погнали открывать. И ради этого старался, потел. И поехали. Вот он, красавец. Красавец, дай мне бомбу Молотова, а? Пластырь. За что, красавец? За что ты мне пластырь дал? Так, давайте посмотрим. О! Не, ну точно надо бака качать. Точно! 15 левел изи возьму. Кстати, монеты еще поправим, это тоже хорошо. Ну и скинчик давайте тоже сейчас откроем. Посмотрим, что с него дропнется, так сказать, да? Ну что, скинчик, давай. А ну дай мне еще монетки надал. Ну, как-то так, да. Успех сегодняшнее открытие. Бака надо качать, это я понял. Кстати, взял 202 тысячи уже. Еще примерно недели 2, возможно даже 3 у нас есть, чтобы... Скорее всего, мне кажется, разрабы затянут. Скорее всего, потому что персонажем тянут новым. С обновым, мне кажется, тоже будут тянуть. Ну, вы понимаете. Ну, там много чего надо исправлять, много чего делать, поэтому разрабы, наверное, хотят, чтобы было без багов, без проблем, поэтому стараются сделать все качественно. Ну, мы отправляемся в командные бои. Что-то мне за Луиза хотелось командные бои потащить. Я, конечно, пробовал немножко потащить, но что-то игра не пошла. Совпадение, да? Совпадение. Просто две команды были сделаны из не игроков, а из не знаю чего. Я первый раз вижу такую субстанцию. Поэтому не обессудьте. На мана. А лута нет, но выдержитесь. Ботика можно здесь убить. В принципе, и этого, и того. Копьем промахнулся, ну, это я мастер. Не обессудьте, да. Залутали мы этот и пошли, надо к команде идти. Намекнул я этим, что надо играть командно. И тут вообще командно играют? Че, Никсик, понравился мой залп, да? Нравится залп от Луишки? Нравится. Нравится залп от Луишки, да. Пытаюсь я как-то тут развалить и того. Ну, видали, какой... Ну, вот реально лук у Луи просто бомбически дамажит. Извините, кстати, за лаги. Попробую сейчас что-то с этим сделать. Надеюсь, это помогло. Что-то решила игра полагать резко. Ну, бывает что. Не знаю, гнаться нам за теми или не гнаться. В принципе, надо было гнаться. Ну, как-то ладно. Переживем, я думаю. Хотя зона, в принципе, идет к нам сюда. Нужно бы походить, поискать противников. Или бы заблочить выход, к примеру, вот с этой позиции. Всяко будет лучше, если мы будем там стоять. Ну, без нитрокопья на Луи, конечно, такое себе. Вот хочется нитрокопье одеть, отброс копье. Но я играю сейчас через гранатки. Это тоже свои, как бы, плюсы дает. Особенно в массовых боях. Ну, реально плюсы. Хотя, мне как, на мой взгляд, нитрокопье, наверное, было бы лучше. Я бы дальше и чаще смог бы стрелять. В отличие от того, что сейчас есть. Они, кстати, там от нас убегают. Будем их догонять? Оп. Я просто боюсь, если мы сейчас за ними погонимся, то можем откинуться. Я похиляюсь на всякий случай. Ну, мало ли чё. Бысик от нас тут пытается убежать. Я его, конечно же, догоняю. Все дела. Но Брюс — это опасный противник. Слишком он дамажный вблизи. Прям очень дамажный. Но мы его добиваем. У нас все. Все из good. Супер good. Так, похиляюсь я. Золотую аптечку. Ребята, там, наверное, тоже золотую аптечку сейчас. Кстати, серебряное копье. Изи. Ну, полутались нормально, я считаю. Надо стенки поставить, чтобы не мешали. Хамелеона надо спасти, хамелеш. Хамелеш, живи.
Этот никс, видите, вот какие никсы, а вы говорите, что я хейчу. Это все никсы почти, 99%, ладно, шучу, 90% никсов это неадекват. Ну вот серьезно, вот сколько я боев не играл в командных, да, вот конкретно, все были неадекватными, вот просто все, особенно седьмые уровни, это вообще, это отдельный разговор про никсов. Конечно, понимаю, что это типа первый, у некоторых это первый персонаж, они еще не прокачаны, все дела, не шарят, как играть в эту игру, но все равно достаточно обидно. Так, Луи. Мое. Смотрите, ребят, первый никс, который легендарную гранату не забирает. Вы это верите? Так, скриньте, скриньте. Скриньте, он сверхразовый. Скриньте это. О, первый раз такой. Хотя он такой подумал, а, там все равно один противник остался. Зачем мне легендарная граната, да? А если бы было начало битвы, он бы, наверное, забрал бы. Ну, типа, а что, оставлять какому-то Луи 10 уровня? Да зачем? Надо срочно забрать легендарную гранату. Срочно, без легендарной гранаты будет не то. Да чё он такой дерзкий? Все, мы победили. Отлично. О, я шестерых, кстати, успел убить. Удивительно, когда я успел. Дефибриллятор обидно, что не пригодился. Хотелось бы что-нибудь, чтобы он помогал. Но пока не очень помогает. Стенд квестик на проплытие выполнить. Может быть, даже добью до следующей награды. Там вот есть следующая награда, сейчас вам покажу. Ну вот. Ну да, бесполезные. По сути, до 33-го тира или уровня награда бесполезная. За итем хотя бы дадут там 400 или 800 колдица. До сундука бы дойти, ну, это нереально. До сундуков дойти слишком. Кстати, за легендарные скины тоже дают компенсацию голдой, если они у вас уже в сети есть. Поэтому те, кто фармят, им, в принципе, есть смысл с постоянным приемом доходить до финалки и лутать голдцо. Да, вот так вот. Ну, кстати, по миссиям я не знаю, это закрыл, не закрыл. Выиграйте 2 боя подряд. Ну чё, погнали второй топ-1 подряд брать на скилле. Чисто вот взять и затащить. В скобочках не получится, конечно, но я постараюсь. А я в соло бой зашел. Ну, с богом. В чем? Как бы, ну понимаете, тут соло бои, тут нет шансов бои, если что. Вообще никаких шансов нету. Просто нулевые шансы. У Луишки вообще на соло боях. Видите, у меня, короче, управление сломалось. Я не мог ничего сделать. Меня просто сейчас лево бьет. Чекайте. Дерзкий лев, однако. Ну, просто за счет кофе победил. Обидно, очень обидно. Ну, вот видите, вот просто взял, случайно нажал кнопку. Ну, и, конечно, у меня управление тоже сломалось. Понимаете? Я когда вот сейчас бежал в воду, я на самом деле не бежал в воду, я на самом деле бежал вверх. Но у меня игра бежала куда? Правильно, в воду. А зачем квестик выполнять? Конечно. Хорошая игра, обожаю. Ладненько, погнали еще раз команды бои. Конечно, обидно, уже не выполнил тот квест, но не нужно переживать по таким мелочам, правильно? И так в этой игре прекрасных мелочей полно. Нам повезло, мы не попали в этот стойк. Опять седьмой никс. Да за что? Да за что? Ну, восьмой еще, да. Это уже другое дело, это уже другой разговор. Кстати, мышки оббегают препятствия очень круто. Вот, сделаны мышки хорошо в этой игре. У Луишки. Но все остальное такое себе. Лук золотой получаем. Теперь можно и порадоваться. Может даже получится затащить. Ботика побиваем. Еще копьецо серебряное. Вообще шикарно. Че, есть шанс на топ-1. Блин, лучше прошлую катку я случайно не попал в соло-бой. Эх, эх. Ну ничего. Сейчас по-любому затащим. Я знаю, что тут два спада между собой дрались. Кстати, посмотрите, сколько противников еще. 25. Ну, это боты все, половина. Половина боты. Большая часть. Нужно на центр идти, наверное. Я командир. Кстати, он раньше кричал. А, это у этого скина. Видите, он... Вместо того, чтобы кричать, он к этот, типа... Этими огоньками такой фигачит. О, понимаю. Блин, за это кенгуру, конечно, наказать бы. Ой, кенгуру. Ну, блин, как его победить? Просто как победить? Ну, вот они меня даже сейчас откидывают, хотя я находился фиг знает где. Понимаете прикол чем? Я находился фиг знает где, они меня все равно откидывают. Меня сейчас могут убить спокойно. О, у нас Никс догадался залутать, бесполезный ты, Никс. Хорошо, что ты хоть чего-то догадался.
Второй Никс у нас еще более бесполезный, он просто стоит авкает. Ну а что ему еще делать, да? Он же гений. Я решил на ходу, короче, стрелять. Ну блин, ну вот кто? Это что, этот орел всех откинул? Серьезно? Кто только что всех откинул? Я так и не понял. А с другой стороны, конечно. С двух сторон, офигеть. У меня управление сломалось. Иди нормально. О, еще и зона нас душит. Еще и зона нас душит. Капец просто какой-то. Видали, какое прямое попадание? Я не знаю, что делать. Я, наверное, выйду сюда и пойду сюда, потому что выбора нету. Выбора нету. Попробуем, конечно, сейчас что-то сделать с нашими ребятами. Брюса бросили, короче. Прости, Брюс, мы не хотели. Прости, у нас не было шансов тебя спасти, но мы хотели очень. Минус КП Орла, но я знаю, у него есть косточка, отстреляется сейчас. Брюс у нас погиб. Кстати, там их трое. Мы могли победить, там их трое осталось. Ну ничего, мы сейчас залутаем Брюса. Сейчас этого Брюса залутаем, АФКшного. Заберем с него аптечку. Их, получается, остается тоже четверо, как и нас. Но, скорее всего, там уровни выше нашего, потому что, видите, у них один АФКшник был. Скорее всего, это кто-то просто зашел ботом, чтобы обузить рейтинг, как обычно. А вот и Дона. Забайтили Дону. Быстро сливаем ее. Ну да, там баг, видите, да? 11 уровень. Все дела. Пытаюсь себе бачка сейчас убить. Дона слишком жирная, как по мне. Блин, она еще луком не успела бахнуть. Это Дона жесткая. Капец просто. Блин, застанили. Живи, живи, живи. Живи. Так, юзаем армор. Гранатки закидываем. В Дону стреляем. И мы победили. Лол. Молодцы, просто цари. Цари. Одобряю. Ну что, возьмем топ второй еще топ-1, а? Если повезет, конечно, с командой. Фух. Ну сейчас была очень потная катка. Вы видели, нас там зажимали с двух сторон. Мы каким-то чудом выжили. И еще смогли победить. Это просто офигеть. Так, надо еще раз бой поробнуть. Один. Фух. Что-то я разнервничался. Бои такие прям напряженные тут. Бот легендарный был сверху. Надо идти наверх, наверное. Пытаюсь мышками убить хоть кого-то. Лутаем аптечку сразу же. Мне бы лук достать. Без лука я буду не такой дамажный. Стоп, у меня есть вроде обратчик такой или нет? Я так и не понял. Намекаю ребятам, что надо идти наверх, но они меня не слушают. Придется играть с ними, значит. Ладно, без легендарного бота обойдемся. Пойди, они сами бегут, когда зона уменьшается, поэтому если что, догоним его. Ну, обидно, когда неадекватно в команде. Которые они даже не видели карту перед загрузкой. Хотя, я сам иногда не вижу карту, поэтому тут такое. В две стороны, так сказать, стрелочка крутится. То чего, бака легендарный дроп? Или мне показалось? Мышкой оттаял. Кстати, не знаю, что-то у меня команда как-то... Вот они же были здесь, почему... Вот они какие-то странные очень. Очень странные. Очень странные ребята. Бежим за противником, бах, они его бросают, идут не пойми куда, непонятно зачем. Какие-то очень странные. Прям логики у них вообще ноль. Вообще ноль логики. Акул такой, не в свою берлогу попал, да, братан? Бывает, бывает, чё. Я все-таки с отброс копьем играю. Все-таки с отброс копьем я играю. Ну, сложно будет мне сейчас что-то сделать. Нужно будет захиляться, сейчас взять аптечку. Ну, тут Никс, да. Тут пришел Никс. Я, к сожалению, не могу всех хильнуть. К сожалению, да. Не успеваю хильнуть этого. А у нас все умерли, да? Остался только я и Никс. Вот этот вот. Так, ну я тут дамажу как-то плюс-минус. Ну сложно очень что-то сделать. Просто не дают. Видите, душат слишком. Слишком душат. Кстати, заметили, этот напал на меня, а не на Никса. Блин, ну было бы изи победа, если бы команда не сдыхала и была бы адекватной. Ну просто вот...
через раз, чисто через раз кидают адекватную команду, ты с этим ничего не можешь сделать. Ну просто неадекватный и все. Эх, ну ладно, ребят, на этом закончим. Вот такие сегодня карточки получились на Луи. Вот такой сегодня прекрасный open case. Да, хотелось, конечно, получше чего-то. Баги, да, смотрите, меняю режим баги. Конечно, хотелось выбить бомбу Молотова побольше и прокачать ее, но это будет в следующий раз, а это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.